чтобы почувствовать, как кровь потекла в голову. У некоторых людей начинается головокружение, это не страшно. Это на самом деле кислородное опьянение, так называемое, когда кровь, несущий кислород, хлынула в голову. Кроме того, раскрепостились многие зажимы. И информация о самом теле в мозг, вот через нейронные связи, тоже хлынула вверх. Мозг иногда зашкаливает. Он иногда может вырубиться, ну так, на пару секунд, несознанка. Есть головокружение? Нет, все нормально. Все нормально, да? И даже глаза у людей становятся более открытыми, ярче свет. Цвета сочнее ощущаются, как будто, вы знаете, на этой сменили фотоаппарат объектив на более мощный, яркий, оптику настроили. Вот. Но в целом как? Лучше? Не, ну легче, конечно. Пока могу ходить, наверное. Вот. Этому я и обучаю на своих тренингах. Итак, давайте подведем итоги. Сначала у нас начинается базовый тренинг, где я все рассказываю, ставлю руки, делаем спину, ноги, голову, как бы проходимся по частям тела. Он идет 2 дня. Поверьте мне, многие спорят школы, мне говорят, ты что, нельзя за 2 дня ничего научить. А я же не говорю, что все профессорами станут. Вы просто приобретите те навыки, с которыми уже можно зарабатывать. Понимаете, сейчас. Всего лишь за 2 дня, и вы уже специалист практически. Это я вам гарантирую. Кроме того, есть третий день. Третий день – это VIP-день, когда мы уже изучаем дополнительные специальные там всякие медовые техники, обертывания, лимфодренаж, мануальную терапию. Вот такие вот методы. Тоже достаточно быстро. Многие школы просто дают много воды, как я вам говорил. В чем основное отличие вот этого альфа-топа? Мы даем только практику, причем ту практику, которую я 9 лет отрабатывал на людях. Вы понимаете? Я не даю просто...